Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня такое видео сделаю про Teespring. Не заходил давно в свой аккаунт, да? И сейчас зашел, и у меня бац, продажа есть. Ну, как бы, могу сказать, первая продажа. Хотя я как-то давно занимаюсь Teespring, но не активно загружал туда и продавал, что-то распространял там. Просто так попробовал, можно сказать, площадочку. Ну, больше узнавал о ней, можно сказать. Копался до сути, что здесь и как. В общем, вот он, да. Зашел в свой дашборд, и вот у меня продажа, короче, получилась. Я даже сам не ожидал. Вот, $4 у меня прибыль. То есть, сейчас зайдем в аналитику, да. Вот, оказывается, она еще 6 декабря. Получилось продажи. Вот он ордер. Продал вот этот женский тройник, получается. Так, вот видите, я даже Teespring, оказывается, Google аналитику не подключил. Вот так я сделал, халатно отнесся, сам не знаю. И не могу посмотреть и сказать в этом видео, откуда этот трафик пришел, откуда продажа пришла. Так что буду заниматься сейчас плотнее, привяжу Google аналитику. Может, видео об этом сделаю. Посмотрю, чтобы знать, откуда трафик идет. Но мне кажется, соцсетей это или Pinterest, Facebook или Twitter. Я только там распространяю. Может, а на YouTube у меня есть YouTube канал создан, ну, как бы под зарубежную тему, под магазин там. Ладно, это другая тема видео. Там я размещаю тоже ссылочки под видео для, ну, и перевожу их в магазин Teespring. Там тоже. Ладно, отдельная тема, я потом сниму, может, видео, как я это делаю. Кому интересно про эту тему, напишите в комментарии. Я сделаю видео об этом, как я создал канал, как туда кружу какие-то видео, делаю и ссылки распространяю на этот магазин Teespring. Вот, в общем, 6 декабря, сегодня у нас 26, 20 дней назад продажа была. Я вообще редко захожу вот в магазин свой Teespring. Что-то я тоже, ну, потому что много тоже кто пишет. Говорит, что здесь невозможно продать бесплатной рекламы, так как это тяжело, нереально. Но я всегда не сдаюсь, можно так сказать, и жду до последнего. Не то, что надеюсь, а знаю, что что-то будет, если стараться что-то делать. И вот бесплатного трафика, можно сказать, вот продаж, мелочи, приятно. Тут дело не в деньгах сейчас, да, а просто приятно, это как рыбу, да, поймать. Вот одна есть после долгой мучения, можно сказать, проб и ошибок, изучения, кое-что я поймал. Ладно, это вот статистика тут даже обновилась, да, аналитика. Когда я последний раз туда заходил, то другому было, вот этого не было. Подробно по каким-то продуктам, да, такое не было, там по какой-то футболке. Вот просмотры, ордеры, там количество покупки. Такого не было, такой аналитики. Я прикольно, удобнее. Teespring, в общем, расширяется и много функций внедряет. Итак, вот я даже вот в Pay выплаты могу войти. У меня будет, что мне нравится, старт. То есть я могу уже выплату заказать, да? Ну, смысла я не буду выводить, так как это что-то $4. Попробую, может, что еще. Смысл такой настоящий, значит, готовый к выплате. То есть я их могу выплатить, ну, вывести в свободное время, когда хочу. Ну, да что, было бы долларов 40 еще, ладно, а чуть $4. Пусть они здесь будут, может, пригодятся. Потом выведу. Так, ну вот эту я футболочку продал. Женская. Вот такую я сделал. Я еще этот дизайн на Etsy делал, продавал. Хорошо, кстати, продавал на Etsy этот дизайн. Это
переводится. Я просто не скрываю этот дизайн, показываю. Ну ладно, раз можно, что показать, что продается. Допинг, черный терапевт. Ну это к чернокожим людям, в принципе, относится это там. Допинг, черный терапевт, то есть там черная медсестра, терапевт, там, типа такого. Ну это, блин, и нам их не понять, у них свои, как бы, своя культура. Я чё, такой дизайнчик простой. Я помню, я его еще в Print Fully, да, создал. Там у них же графический дизайнер свой есть. И вот оттуда я там скачал потом. Вот так. Ну и сюда. Нормально. Хотя здесь тоже можно такой. У них же тоже на Teespring графический дизайнер есть, да, конструктор. Можно тоже написал, создал. Ладно, ну в общем, для меня это приятная новость, конечно. Я долго ждал, вот даже и забросил, можно сказать, этот магазин, да. Перестал им пользоваться. Начал там что-то, думал, нереально, действительно, продать здесь что-то без рекламы, да. Ну, просто вкладываться не хотел, я всегда. Думаю, надо любыми методами, бесплатными, ну, если добиваться. За деньги любой может что-то сделать и продать. А вот так, чисто, да, самому, можно сказать. Никогда не знаешь, что продастся, да? Вот, в принципе, Teespring наш родной. Все, он расширял, он с ТикТоком будет потом связываться. С Ютубом его можно связывать со своим каналом, если там 10 тысяч подписчиков, да? То есть у вас под видео магазин будет. Там люди перешли, купили сразу. Без, не надо всякие ссылки размещать, а просто у вас уже, видите, товар готовый такой. Футболки там туда-сюда. Teespring тоже нормальный сервис, я считаю. У них много товаров разных. Они расширяют линейку одежды постоянно. Ну, не одежды, только домашнего декора всего. Тут есть у них чему поучиться. Присылают интересные статьи. Вот на свой блог, да, там почитать полезно, как продвигать, продавать, все праздники туда-сюда. В общем, что касается за рубежа, все это интересно, да, узнать, почитать. Вот я, вот эти новостная колонка какая-то стала, такого раньше не было. Я давно не заходил уже. Так, потом почитаю, может сейчас на досуге видео сделаю. Все интересно. Приятно уже видеть какие-то результаты в аккаунте. $4, ну, нормально, я считаю. Что-то да есть, не страдая, все старания и страдания не зря проходили. Надежду питал, что это не зря, все что-то да будет. Вот результат есть. В общем, такое видео хотел записать, да, радостное для меня, можно сказать. А вам самим делать выводы, стоит здесь, не стоит что-то заморачиваться или как других слушать, которые говорят, здесь ничего не продать бесплатно. Ну, смотрите сами. Пишите свои выводы в комментарии. Оценивайте видео. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, если считаете нужным. Если вам полезен этот канал. Я вам желаю всего доброго. Больших онлайн-продаж. Ну и как всегда, выходить в тренды. До свидания.